Во время всех упражнений делаем выдох ртом, а вдох носом. Первое упражнение – сотня. Плечи и лопатки отрываем от пола. Руками держимся за внутреннюю поверхность бедра. Ноги под углом 60 градусов. Руки вытягиваем вперед ладонями вниз. Выполняем 100 раз. Следующее упражнение – скручивание. Ноги держим на весу. Руками тянемся к стопам. Поясница прижата к полу. Выполняем в течение минуты. Упражнение номер 3. Поднятие таза. Руки вдоль корпуса, лопатки и плечи прижаты к полу. Стопы на ширине таза. Приподнимаем таз вверх. Одну ногу ставим на носочек, вторую приподнимаем вверх. Выполняем по 15 раз на каждую ногу. Отжимание. Перевернитесь на правый бок. Правой ладонью обнимите себя. Левую зафиксируйте перед собой. На выдохе приподнимаемся. На вдохе опускаемся. Выполняем 15 раз на каждую сторону. Удар ногой. Таз зафиксирован. Носок тянем на себя. Делаем выдох на 2 счета. На вдохе отводим ногу назад, носок от себя. Выполняем 15 раз на каждую сторону. Вращение бедром. Носок вытянут, нога натянута как струна. Выполняем вращение по часовой стрелке, а затем против нее. Делаем упражнение в течение минуты.